Так, стоп. Что ты сейчас сказал? То есть, если я куплю моностайл, и у меня будет Симон с Оулинком, то монтастайл появится и у Симона иллюзия? Вот за счет использования монтастайла. А что, так можно было, что ли? Я так понимаю. А, ну то, что Файршторм кидает на себя, это да. Две через лям урона. Мы уже реализовали медведя через лям урона. Не получится. Здорово. Ты 6 часов назад его закинул, я сейчас как раз его смотрел. Ну и смотрю дальше. Ну просто опять же далеко не факт, что выпадет. Просто может не выпасть улучшение на урон за счет силы. Да и помню, последний раз я обузил. Мне что-то как-то не особо понравилось. Берсерк не упал. По крайней мере, то, что мы сделали только что в демо-режиме, это ломает мозг. Просто-напросто ломает мозг. Потому что это жестко. Вот серьезно, это настолько жестко, что ломается мозг. Но если оно крашнуло на игру, что можно говорить? Да серьезно, это просто люто. И мне показалось, что Disruption не работает на этих, на скелетов, или там определенное количество иллюзий срабатывает на Disruption, хотя это странно. Чела крылья, и что? Это и... Ему их сломал, да? Что было под 1 FPS? Я просто при чем здесь крылья и то, что он спамил Disruption? Какие крылья? За какие крылья? За крылья, которые от ауры, что ли? Гасил лаги. Хорошо лагает. Так, ну, мне кажется, что все-таки надо идти в чемпионы. Увеличивать статы важно. А крылья на каждой иллюзии.
он спамил Disruption, получается, бесконечно, и у него было до хрена иллюзий на всех крылья. Через силу пошел, интересненько. Еще взял, подарил урон ему. Нормально. А, не. Не успел. Мне понравилась эта драка. Такой, обратку включает Никс. Или где он что-то такое, разворачивается, убегает. А, не, пофиг, ладно, буду драться. На мужика. Сука, не успел поставить. Медведя с дизрапшеном? И чё там, жестко? Медведя с дизрапшеном можно ставить волны? Серьезно? Блин, крутилка не нажимается. О, хрена, крутилка не жмет. А, ну он мне в этот выжих, я понял. Не успел крутилку нажать. Между можно ставить волны, потому что иллюзия медведя убивает, или что-то, Миш? Не, ну манащит точно не нужен, зачем мне манащит? Чакра... Вроде интересно, но это не то совсем. Блин, ничего не падает, ужас. Блин. В смысле? Дизрапшн не может наносить. Если дизрапшн вызывается на медведя, дизрапшн не может наносить урон. А ты юзал дизрапшн на медведя просто с руки? То есть просто нажал без этого, без соллинка? Но у дизрапшна там сколько? 50% урона? Сколько? Он не может наносить такой же урон.
Да ну бред какой-то. Иллюзия вызвана с дизрапшн. Дизрапшн не может дамажить так сильно. Значит, баг, походу. Потому что у дизрапшна сколько? 50% урона, да? Вроде. Ну да, урон иллюзии 50%. Там урон по иллюзиям 300. Там сейчас вылазит не одна иллюзия, а две. Тоже нужно учитывать. Все-таки две иллюзии — это жестко. И каждая 50% урона. Ай-яй-яй-яй-яй. По идее, эти иллюзии крипочки будут трахать больно. То есть, может, эти иллюзии будут дамажить, да, но если крипочки их будут бить, этим иллюзиям будет 100% неприятно. Я вот сейчас сижу и представляю, как же мне нужно много золота. Просто нереально много золота. Опа, блицстрайк. Догон. Но он вряд ли убьет. Нет. Как только я проговорил про много золота, делаю ставку в минус. Гениально. Пора идти спать. Наигрались. Да, урса вроде заряжены, но урона мало. Плюс интеллекта 1.5. Пальцем даже если и пробьешь, то не сильно. Прям не сильно. Нифига себе, я выиграл. Я выиграл ставку. Ура! 39. Блин, я с ВК не вышел. Чё я с ВК не вышел? Кто мне... Кто меня назовет нормальным?
Сижу, пока не вышел. Роман. Блин, ну что это такое? Ну какая дуэль, блин? Интереснее ничего не придумал. То есть я люблю, чтобы ну, вот в голову ничего не пришло, да? Но, соответственно, он понимает, что у него что-то в голове присутствует, но слишком мало. То есть, как бы я понимаю, что это неплохо, но это слабо. Вроде это неплохо, но это слабо. По-моему, он сейчас точно лицо потеряет. Прикольно. И крип его убил, и он крипа добил. Из-за того, что крип вверху находится, он же летает высоко, да? Тычки летят сверху вниз. Это как-то смотрится так стрёмно, блин. Нормально, еще и корни сработали. Подожди, чем он его убил? А, он кинул пурш и повесил вайперстрайк. Забавно. Тут логично, потому что дальность вайперстрайка огромная. Айсбласт можно кинуть откуда хочешь. Куда хочешь. Блин, это же, по-моему, очевидно. Очевидно, что он сейчас будет нажимать контрспел, и ты сам же себя и закроешь, и все. Да. А Урса стакает пальчик. Под сайкик кэтбенд, берсеркер со сноуболом. Нифига себе, он 3 сейва нашел. Алло. Можно мне хотя бы... А, ну хотя у меня есть один. Но у меня такой себе сейв. Странный. У него тоже фейшифт, конечно, странноватый. Блин, ну куда я ставлю? Он же проиграет.
Ничего нет. Он выиграл? Серьезно? Ого. Как он умудрился? Неужели хотел дэмэджа? Прикольно. А, он еще и мультикаст нашел. Хорош. С мультикастом можно. Без мультикаста, мне кажется, он не убил бы. Все-таки 3300 хп. Тяжеловато пробивать. Отхилится, что ли? Блин, откуда столько урона? А, воин могущества. Ясненько. Прикольно. Ощущение, как будто у него не две кнопки было, а 82. У него раз, два, три кнопки. Это он дал медведя. Неужели оно откатилось? 9 секунд. Да не. Кажется, как будто он мне 4 раза нажал кнопки. Но это, видимо, наверное, все-таки кажется. Кажется. Правильно, шарах бабах и нет его. Раньше как-то можно было перекладывать вроде обычным нейтралку, можно было перекладывать нейтралку в обычный слот медведя. Просто берешь нейтралку, перекладываешь сюда, нажимаешь на медведя и отсюда перетягиваешь нейтралку в обычный предмет. Еще дисперсию найдет, да? Булварк он не найдет, булварк в бане. Вот спину Бреста и дисперсию может найти. Тут уже хрен пробьешь. Лол. Я думал, он прыгнет и убьет, потому что братка. Как ты выиграл? Щитком, что ли? Кажется, там Леон еще заряженный. Прикольно.
На Дазли прошел с Булки Бенд 700 волн почти. И чем же? Паучками? С мультикастом? Я же говорю, как я и сказал. Паучками с мультикастом. Все-таки нет. Передумал. А, даже без мультика? Еще псих. Нихера себе, просто паучками с бажужа и без мультика и 700 волн. Нормально. Топ-19, говоришь? Ну, сейчас посмотрим. Да, топ-19. Но это не 700. Это далеко не 700. Почти 700, это 690, допустим, да, 695. Ну, согласен, да, 660 там давно... Тем более на суммонере 660 достойно. То есть получается, что есть возможность реализовать себя в рекорды. По крайней мере 600 плюс неплохо. И сколько бы ты прошел бы, как думаешь? Плюс-минус. Как быстро проходил волну? Секунд 20. Прям 2700. Фига себе. А, даже до 10 секунд проходил. Так а что ты не пошел дальше? А, ты обузил силы, и сколько ж силы было в итоге? Нормально. Не, ну с големом и даблэджем... Подожди, а сколько ты себя бил даблэджем? Ты часом не ломал себе лицо? Так а как ты не умирал? Как можно не умереть на одном хп? То ж надо сделать так, чтобы тебя крипы не били. Ну, короче, понятно, ты просто давал сдалека способности, все. Я понял. Да не, паучки согласен, да, паучки заряжены. Вот представляю паучков с мультикастом, там, условно, там, не знаю, 1020 силы. Да, там паучки будут прям нереально бить. А сколько силы в итоге было?
Ну, 6к это еще немного. Это еще немного. Я максимально делал силы, вроде то ли 11 тысяч. Что-то такое. Я думаю, силы можно нахавать много. Медведь стоит, не бьет. Че он не бил? Медведь, ты тик, что ли? Там же вроде стоит автоатака. Ну да, стоит автоатака. Странно, медведь не хочет бить. Не, конечно, я все понимаю, но... Блин, какого фига? Но это тяжело. Дойти именно так далеко тяжело. Можно не пытаться меня переиграть? Я, конечно, понимаю, что вы классно играете, но можно не пытаться меня переиграть? Зачем оно вам надо? Сидит, пытается переиграть. Ну, реально, зачем? Какой смысл? Не, тут полностью согласен. Когда ты жрешь интеллект, ты увеличиваешь урон... в процентах. Там же урон процент от силы, и при этом добавляется урон процентах от интеллекта. Чем больше интеллекта, тем логично, тем больше урон. Это понятно. Ёб твою мать, блин, это что такое? Алло, игра, офигеть, дабл эйдж дала на рандоме. В смысле? У меня уже телефон сел. Да ну ты ж видишь, всякие пытаются переиграть. И шансов, ну опять же талант может не выпасть. Сейчас талант не выпадает, то все можно ливать. Okay.
Медведю баш? Не, ну, понятное дело, медведю баш нужен, это понятно. Сколько хп, алло? 155 тысяч. Не, то, что покупать ему, я знаю. Ему шарды и их. И всякое такое. Я в курсе. Но мне тут этих вех хватит. Проворность можно будет поменять на силача и все. Здесь 100% этих вех хватит. Не понял, что у него хп ломается, не пойму. Прям баг, да. Прикольно. Не, ну этого медведя, конечно, тяжело пробить. Тут не поспоришь. Не, то, что когда раунд начинается, да, у него изменяется все. Опа! 172 тысячи. Бам, один удар. Это всего лишь 12 тысяч урона пока. Иногда, конечно, согласен, там в канал пишешь с багами, да, чтобы их фиксили, согласен, но некоторые баги можно и пообузить, допустим, прикольные баги. Я вот не знаю, считается ли это багом, Soul Link и Firestorm с мультикастом с дизерапшеном на крипов, потому что это реально выглядит как-то слишком жестко. Как будто было 3-2-2, что ли, да? Намек на 3-2-2?
Да ёб ж твою мать! Ноль демеджа, я хуею. Хватит. Зачем тебе урон? Урон — это непозволительная роскошь. Големов? Големов, да, я знаю. Может, могу менять, но я пока в статы иду. Меня мой билд пока что вполне устраивает. А, блин, палец. Не, я пока ловко сижу, чтобы чуть больше брони было, чтобы потенциала было больше у медведя, чтобы его не так сильно пробивали. Потому что я знаю, когда ему не хватает брони, его начинают пробивать в лейте. Даже на таких количествах хп. Ну, понятное дело, что чтобы увеличить урон, нужна сила и интеллект для булки бенд, как раз согласен. Ну это ж не означает, что я буду сидеть и туполовкой жрать. Это пока. Как говорится, это пока. Что? Какая-то равная бита, одинаковая. Что Урса не может его убить, что этот не может его убить, и кнопки похожи. Тут, кстати, да, было бы, конечно, прикольно все-таки найти големчика. Вот Double Age. Вообще было бы нереально круто. Нет, по-моему, аганим не работает. Насколько я понял, он немножечко по-другому работает. Ты, блин, чел максимальный сейф называется. Ветра, шедэнс, книжка. Нормально. Хорош.
На нахер. Где мой медведь? Алло, у меня медведь спарился. Ну блин. Почему у меня медведь умер? Кто скажет? Он не должен был умереть. А хотя подожди, где мы? Он не умер, он просто исчез. А как это работает? Потому что у него должен был тогда гем свалиться, но гем не свалился. Блин, это странно. Да я не знаю, что мне выпадет. Не всегда возрождение рядом. Уже какой-то подконтрольной группе состоит. Ой, блин. По поводу этого ничего не знаю, вообще. Может быть. Black Hole. Да, быстро она бьет в Untouchable. Хорошая скорость атаки. Зато урона приятненько так. 494 плюс 4222. Он заряженный на урон, да? А, он до отречения взял. Подожди, отречение какого левела? Второго. А, понятно. Грусть, грусть. Все равно медведь медленно бьет. Хочется, чтобы он быстрее бил, он как-то еле бьет. А. Я понял. Ох, ё-моё, сразу.
Ирасу. Не, ну то, что Кирасу согласен, понятно, это понятно. Блин, перекладывать вообще нельзя. Да у меня и так ловкость разогнана, ты что? Тем более у меня веха на ловкость. Я потом поменяю веху на ловкость. Все равно долго медведь проходит. Блин, мне в него надо аганим засунуть. А то он как-то бьет слишком. За счет дальности каста неплохо так можно нажимать дабл эйч хотя бы сдалека. Всего 5900 урона. И а чё там такое, лёдом? Там эти забагались. Птички забагались. Что это было? Я совсем не понял. Да я просто, блин, я просто хочу найти этого. Хотя я понимаю, что тут неплохо и медведя можно дыхать. Но опять же, до какой волны можно медведям дойти, неизвестно. Сколько можно сделать урона? Тоже неизвестно. Да меня не бей, блин, ну алло. Блин, забыл, у меня ж ветров нет.
Дети, конечно, бьет больно. Ловкость. Че, пока останемся на этом билде? Ну что, уже не... Ой, я думал сейчас залагает. Поиграем, ты меня так не пугай. Нет, по скорости таки может и максимум, но ловкость дает броню. Он просто становится жирнее. Я потом поменяю. Это просто, чтобы чуть проще было. Да что за лагили? Просто где факт того, что я найду сразу нужную способность? Да? Где факт? Не факт. А сидеть крутить в надежде, что тебе оно выпадет. Себе же и дороже, потому что ты не позволяешь себе хавать книжки. А так, приятный билд и... Медведи так жирны. И ловкость дополнительно мне здесь помогает неплохо. Пока что будем хавать книжки, а там дальше посмотрим. Дабл H для дополнительной силы, чтобы было больше урона от Bulky Band. Там же ж ваши призывные существа получают атаки в размере 0,25% от своего максимального здоровья. Чем больше силы, тем больше здоровья медведя, тем больше урона. Я голема искал. Ну а мы еще найдем голема. А, все-таки думаешь, маску продать нужно? Ну ладно, пускай. Ну да, согласен, так ДПС увеличивается, его вряд ли пробьют. Там такой реген, что... Вот это лаги. Мне непонятно, почему лагают. Дабл H 9300 урона. Такой, нормально. Он из-за того, что быстро так проходит, я не могу настакать. То есть ты стакаешь, она проходит, у него урон уменьшается. По крайней мере, на одну волну так точно.
Я вот думаю, нахрена мне крутилка? Я ж тебя не пробиваю. А, не. Только что пробил. Да, ну бьет неприятно, конечно. Double H. Под крутилочкой... Хотя бы чуть-чуть поменьше урон залетает. А то так внезапно может Ильичка оторваться-то. Народ, не забывайте про лайки. Чем больше лайков, тем дальше медведь пройдет. Факт. Девять миллионов урона с Double Edge. В смысле? Серьезно? Может, все-таки Double Edge забаганный? По-моему, он не должен так сильно дамажить. А ну хотя там же урон за счет силы. Но по идее он не должен так сильно дамажить. Это странно. Урона, хоть и ты представляешь, что он постоянно бафается, но все равно кажется, как будто вот прям, ну, просто в голове думаешь, что оно хочется лучше, а пока как-то так. $759,000 урон. Ну чё, 5 миллионов... 5 миллионов хп у него есть. Это у тебя не было эмпауэра. У тебя ж не было эмпауэра для урона. Эмпауэр неплохо бустит урон. То есть, как бы... Не так сильно, как на мне. Но тем не менее, урон увеличен на 40%. Базовый. Это немало. От него нет смысла, потому что в игре есть соло-боссы. На них сплэш не нужен, так что нахера. Поверь, если ты не будешь пробивать, ты с дополнительным бэфом не пробьешь. Он сильно не поможет. Почему джины так часто? О, хрен, меня игра хочет выдворить. Лишь бы игра не сломалась. Ну, вроде вот эту фигню с Double Edge'ом пофиксили.
Крайней мере, писали, что пофиксили. Думаешь, надо? Мне кажется, до 400 волны можно пока медведем. Или хотя бы до 300. Вроде ж изи идем. Я могу попробовать вместо крутилки. Бля, мне все равно гост нужен, чтобы далеко давать, я забыл. Просто без крутилки я, блин, херачу себя в жесть, вообще могу себя убить. С крутилочкой хотя бы не так. Не, по факту я согласен, это понятно. Просто сидеть в надежде на то, что тебе выпадет нужная кнопка, это прям нужно верить в себя настолько сильно. Процентов на 200. Реально, просто процентов на 200. Приятная уже цифра, 1 лям 350 тысяч. Бесполезная тамба. Просто бесполезная тамба. Абсолютно. $89,000 урона. Можно увеличить ДПС с этим. Интересно, а под бафом сколько у тебя будет урона? А, я не увидел. Сука. У меня стаки спали плохо. Укуси мишку, не хочу. Да, оно особо не увеличит ДПС. Я понимаю, что оно должно добавить урона, но... Очень слабо. Предрекаю голема на рандоме.
паучки. Один миллион урона. Да не, паучки не очень заряжены. Просто паучки сами по себе без мультикаста, они такие себе. Ох, если бы вот это добавляло урон медведю. Мало урона, блин, у меня стаки сбились. Волки опять тоже начинают лагать. Флешип на силу много не даст. Сорок девять сил. Может, два ляма? Хочу поменять паучков, они какие-то, блин, их слишком много, и они бесполезны. По крайней мере, без мультикаста точно. Там медведь сам наяривает, ёб твою мать. Ну, флешхип на силу все-таки слабо. Если учитывать, что голем гораздо больше дает, то флешхип такое. Неплохо, но это мало. Как всегда, в поисках счастья называется. Подожди, а голема случайно не забанили? Нет. Голема вроде не забанили.
Нормально. Хорошие кнопочки падают. Мне нравится. Блин, не вижу, куда давать. Их столько много, что я не вижу, куда кнопку давать. 5 ГС. У меня 30 тысяч урон в плюс. 34. Я надоело мне. Фу, блин. Мне надоело искать Анта. Ульту Андайн. Что ж, игра иногда такая прям капризная. Да я боюсь, что я сам себя убью этим дабл эйджем. Блин, ну иллюзии слабые, ну что это такое? Не, Disruption говно. Кто-то там говорил, что Disruption имба, не. Блин, даже 3 миллиона урона нет. Ужас, а голема все нет и нет. Ну это реально, это бред. Он может выпасть тебе сразу, а можешь крутить 26 лет, и он не выпадет. Но все-таки получается, что это баг тем образом, что ты прислал. Зато ГС уже падает 800 раз. Сейчас санстрайком буду убивать. Где этот чертов голем вы достали? Я бы уже давно жрал статы, я не искал этого сраного голема. Как же лагает, да. Бля, урон пропал, медведя урон пропал. Где урон? Баг опять произошел. Что происходит? У медведя нет урона. Я сломал игру. Получается, что вообще происходит?
Так а при чем здесь шлем? Я и не перекладывал, он залагало. Тю, блин, это бред вообще. Нормально, что это такое вообще? Так, заново искать медведя, это полностью продавать предметы и заново искать медведя. Да. Наигрались, да? Урон не бафается. Да, это я уже понял, блин, что нужно искать фикс. Что? Самое интересное, что, блин. Он еще в КД, сука, ходит. Подожди, я медведя, получается, не найду. Мне нужно, чтобы его убили. Он только сейчас умер. То, что у паучка есть сплэш, это прикольно все-таки. Сейчас еще хрен найду. Сейчас еще буду полчаса искать. А, нейтралку. Может она будет, если я когда его найду. Может она все-таки в нем будет. Опа. А, у нее нейтралки нет.
Зато урон появился. Блин, а неталки-то нет. Серьезно ли? Ладно, хотя бы какая-то нейтралка есть, уже хорошо. У меня показывается... Ничего не было. Мне показывалось два медведя. Во втором нейтралка. Где второй? Я не вижу второго. А вот, вот он второй. Он-то дохлый. Блин, ну это 100% нужно фиксить, потому что это ненормально. Играешь, 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 тут бам, медведя урон пропал. Это как? За что вообще? В смысле, как навелся? Никак и не навелся. Капец, я сколько денег потерял? Во-первых, время, во-вторых, деньги. Сколько денег потерял? Денег потерял миллион. А денег миллион, это плюс 100 ты. Это отвратительно. Нормально, дисперс. Так у меня чемпион, зачем мне великий маг? Думаешь, силач и великий маг лучше? Прям чемпион такое.
Голема дайте. Дайте мне голема. Пожалуйста, дайте мне голема. Как будто големом вообще не пахнет. Можно я хоть... Можно я хоть понюхаю голема? Он сколько забустит? 4 570 000. Да блин. Именно 690. По-моему, нет смысла держать эту пассивку, да? Паучка 1 900 000 урона. Не, ну то, что от базы, да, согласен. Да блин, голема не дают, суки. Дайте голема. Зато опять ловкость сраная. О, кричалочка. Кричалочка бустит урон на 50%. На 55. Ну это точно. Это точно ты подметил. Волшебный интеллект. Ё-моё, у меня, блин, медведь триляма, ну, подожди, сколько, 4 стака? 4 стака триляма, что-то мало. Опа, 5 миллионов. 6 миллионов. Оно как-то увеличивается, чё оно увеличивается? По этой игре? Ну, посмотрим, да, я думаю, да. Ты пошел спать? Ух ты, мы вышли из бухты. Да, примерно ух ты, согласен. Да мне игра голема не дает, она издевается. Мне кажется, уже давно пора было дать голема. Тут больше шансов теперь уже, что, что выпадет на рандоме голем, все-таки они. Они при выборе способностей. Зато дисперсия несколько раз падает уже. Нормально. Тоже тема. Тут голем добавит неплохо урона. Я бы даже сказал, ой-ой-ой, как много. Крутим-вертим. Крутим-вертим. Нахера вертим. Чтобы кастомку сломать. Что ты лагаешь? Можно, не надо? Пожалуйста. Ой, игра, ну блин. О, можно интервал так и снизить.
Чё-то не снизился сильно интервал атаки. Ты так говоришь, блин, все будет, но не сразу. Нечестно получается. Надо наоборот говорить, все будет. Да, все будет. Блин, ощущение, как будто крипы стали слабее. Что с крипами? Может, я уже пропустил голема? Такое возможно? Ну, игра намекает, что ей больно. Ей прям реально больно. Киллингвард почти два раза подряд. Спасибо, игра. Вард, не хочу обузить. Могу телепортироваться. Я здесь, нет, теперь я там. Это бесполезная кнопка. Мне интересно, как ее вообще можно обузить? Она же просто бесполезна, абсолютно. Наконец-то, боже. Тысяч сил. Миллиама ворону. Ля, 7-7-7-7. Эх. Вот было бы забавно, если бы там было 7-7-7-7-7-7. Будет видосик. Сколько у этого урона? 4 ляма урона.
только сейчас заметил, что у меня у самого 359 тысяч хп. Вместо террасы Этериал, чтобы дальше бить. Да блин, я когда вижу, что у меня хп так отнимается, блин, стрёмно капец. Нас скосило. Десять лямов урона было. Я видел, там было 10 лямов урона. Ну, паучка чуть больше. 4,5, короче, 4,5 ляма урона у паучочка. Мультик, может, и нужен для паучков, но мне кажется, бесполезно, по-моему. Вместо чего? Не, ну то, что у паучков было бы там до хрена урона, это точно, это я знаю, понимаю. Но я ж хочу сделать не урон паучков, да, до хера, урон медведю. Задача сделать много урона медведю. Не успеваю дабл эйдж дать. Я просто думаю, что мне с этим делать? Пытаться пройти по максимуму? До Талова? Ух, ё-моё! Вот это больно. Сорок пять лямов хп, да? Семьсот, по-моему, 700 тысяч регена медведя. Кажется, я буду долго клепать. Сколько у нас там до конца сезона? Два дня, три часа. Долго буду клепать. До какой там? До 600-й? Чё, до 700-й? Какой? До 700-й? До 800-й? Кажется, у меня не получится сделать лям хп себе, да? Было бы забавно сделать себе лям хп. Потому что себе лям хп я никогда не делал.
Но это нужно на андайнге все-таки там. И големчик поприятнее, 100% силы. И прирост силы. Побольше чуть-чуть. А, у тебя все-таки был лям, да? Не, ну, лям хп это достойно, конечно. Как же я себя пробиваю? Отвратительно. Ну, 16300 силы. Чуть-чуть. 400 тысяч хп почти. У меня столько хп еще никогда не было. Миллионов урона. Блин, не могу дабл эйдж ждать, он не дается. Блин, на себя нажал, да что такое? Блин, надо посмотреть, сколько у этого. Да, челик, ты их убьешь. Молодец, убил. Так, но я пока не заряжен. Только 8000 сил. Сколько? 5 миллионов. Почти 6 лямов. Паучочка почти 6 лямов урона. Не пришел донат. Что я вижу, там 100 рублей пришло. Оно просто оповещение странно работает. А так оно все должно приходить. По крайней мере, там где табличка, там все показано. Ай, больно. Думаю, что надо поменять, да? Ради мультика, да? Чтобы было идеально. Я просто боюсь, что сам себя убью.
Я вот представляю сейчас на рандоме мультикаст. Не, к сожалению, нет. Да, там вроде мультикаст не... Ну, мне даже мультикаст не выпадал. Голема я нашел через 26 минут. Через час, наверное. Сейчас мультикаст тоже буду искать. Час. Опа. Дисперсия, по-моему, выпадала уже раз 10. Возможно. Ай. Дабл Эдж бустит мой урон с Амоном. Чем больше у меня силы, тем больше урона у самона. Есть какой-то еще жесткий абус силы? Был бы еще какой-то жесткий абус силы, было бы прекрасно вообще, было бы вообще замечательно. О, абус силы. Да нет, тут сильно не перекачаешься. Есть флеш-хип на силу, но бесполезно. Он много не даст. Сколько у тебя? 15 лямов. Почти 16 лямов урон. Опа, а сколько у тебя будет? И вообще нет урона. 200 с лишним тысяч. Блин, ну честно, нечестно получается. Сидишь, играешь, пытаешься найти, и в итоге что? Игра рофлит. Голема я искал 26 лет. Мультикаст теперь ищем, пытаемся найти, а его нет. Ощущение, будто перестало лагать. Чё у медведя хп отнимается? Я не пойму. Лишь бы, чтобы опять не залагало, как в прошлый раз, блин.
Ой, я задолбался уже крутить, вертеть. Чего они не хотят вылазить, эти мультикасты? Что с медведем? У него хп просто... Опа! В минус. Это из-за того, что у меня сила уменьшается, что ли? Непонятно, как это работает. Главное, что не убивают. Да-да. Не убивают нас, делать сильнее. Мне на мгновение показалось, что у меня откатился голем, но мне все-таки показалось. Алло, чё так мало? Чё так мало урона? $16 миллионов урона. О, зачем на себя нажал? Эти цифры красные, прикольно смотрятся. Можно за жопку этого укусить. Блин, 18 кадров, капец. Почти 20 лямов урона. Тем временем 550-я прошла. Прошла 550-я. Даже рука болит. Размяться, что ли?
ужасно, когда у тебя такое количество кадров. Во-первых, игра идет медленно сама по себе, так еще и FPS уменьшен. Ужас, просто ужас. А еще вот делаешь так кусь, и лицо испаряется. Тут хочется пройти 1000 волн, но проблема остается в золоте. Вот как найти бы буст золота, чтобы бесконечно увеличивать силу. До 500 000, допустим, да? Тогда, согласен, тогда можно, можно дойти до 1000 волны, а так нет. Так, с медасами это баг. Его ж пофиксили. Я же говорю, что был раньше баг на увеличение золота бесконечно. Вот, покупаешь 6-ю книгу, у тебя 6 способностей, у тебя есть 6 тысяч. Покупаешь 6-ю книгу, и ты позволяешь себе увеличивать золото бесконечно. Я так на Рике проходил, но это было 100 лет назад. Я на Рике себе там 200 лям ворона набил через Дженстрайк. Тридцатка интеллекта захавал, нормально. Будем пробовать искать все-таки мультикаст. Посмотреть на заряженного паучка. Пять флешки вносил. Миллион урона у паучка. А у тебя там сколько? 18 лям. Требую мультикаст. Мультикаст. Как в том фильме. Пятый элемент. Мультипаспорт. Интересно, если паучка забустить. А, подожди, она ж ломает. Да? Да. Disruption ломает игру. Почему оно перестает лагать? А все, это ГГ. Мне опять придется. Я, может, и пройду. Блин, это ужасно. Ну какого хрена, блин? Тут мультик падает. Да ёб твою мать, ну какого хрена? Ой, я эту игру просто... Просто... Это... Как можно назвать эту игру нормально? Просто опять мне убирать эти все предметы. Опять делать так, чтобы медведь умер. Проходить паучками, да? Пытаться. И опять искать... Двенадцать лямов урона.
Сколько? 28 миллионов урона. В смысле, как у паучка 28 миллионов урона? Блин, зачем я продаешь? Могу выложить себе, переложить. Хера я их продаю. Ох, хрен, ты меня убил, блин. Бля, медведь исчез или нет? Я не вижу. Сколько у тебя урона? Что-то у него мало как-то. Я теперь опять буду медведя искать 100 лет, да? Я увидел, сколько у этого у паучка 28 миллионов урона. Вот это паучочек, да? Заряженный. Варда 42 тысячи урона. 96 тысяч кп. Чё так мало урона? Ужасно, конечно. Вот это вот эти всякие обузы странные, которые, блин, ломают игру, это вообще просто, это, ну, это бред. Вот как можно подумать, что Disruption сломает игру? В голове не укладывается.
22 ляма x3. Сейчас внезапно сам себя убью. А, через обычную книжку. Фу, я забыл, аж лол. Че вы раньше, блин? Где вы раньше были, алло, люди? Я же на лон друиде, ёб твою мать. Я вообще забыл. Сори. Сори, люди. Я совсем забыл. Главное, опять сломал игру. Нашел мультикаст. Короче, блин. Эту игру 100% надо выкладывать. В ней было столько всего прям непредвиденного, что... Что можно и хейтить. Да. И обожать за такую игру. 20 лям урона. Вот это паучок заряженный. Паучок такой говорит медведю. У тебя 20? Да, а у меня 29. $62 миллиона. 28, подожди. 28 лямов хп, да? Почти 30 лямов урона. Выгоднее интеллект хавать, думаешь? Окей. Медведя урон увеличивается, как будто это, как будто просто цифры тикают так, тик-тик-тик-тик-тик-тик, по чуть-чуть. До 20 лемов увеличивается. У меня уже там 3 медведя. Нажимаю на медведя, а у меня 3 медведя. $21. Меня сейчас может убить. У меня в голове возникает мысль, что M-Power сильно не бустит медведя. Да? Не понял, в смысле? Блин, чушь какая-то. Сила упала. Все, с 21
ляма урона, у него упал урон до 13 ляма. Насколько сильно бусит прирост силы от Double Edge? Охренеть. Да, мне не нужен Empower, он ничего не дает. Но если спамить Бажужа и ты говоришь паучочков, ой, зачем мне? То произойдет жесть. Почему произойдет жесть? Потому что будет лагать жестко. Зависит, какой-то обуз найти жесткий. Но какой? Аркан Блома? Что такое Аркан Блома? Да там под треком не будет много денег. Блин, нельзя брать. Мне опять игра предлагает. Ну возьми, ну возьми. И еще раз сломаешь игру. Ха-ха. Почти 23 ляма, да? Да, по крайней мере, с Симоном я еще так далеко не проходил. Нет, меня сейчас опять убьют. Меня не прыгайте только. Что жрать охота. Как только включается ультимейт этого Ликана, так сразу цифрики красные, ДПС увеличивается прям заметно. Длительность слабенькая. Длилась бы чуть подольше, я бы успевал хотя бы убивать. Так она проходит, и ДПС сразу опа, и уменьшился.
Да блин. Даже кнопки не жмутся. Можешь спать? У меня сейчас телефон сядет. Да у меня просто сейчас телефон сядет, да мне уже надоело. Ну по идее 700 волн... А. Я сдох просто. Нормально. Да Блэджем прекрасно обузит силу, прям ни хрена себе, 75%. Но вот основная проблема, то что ты себя убиваешь. Почти 500 тысяч хп, прикольно. Прикольно, прикольно обуз хпшки. Наверное, один из самых сильных в игре. На данге будет, конечно, попизже, потому что там 100% силы от ультимейт. 24, 70. Нормально. Сколько там? 66 лямов хп. Паучок есть заряженный? 34 ляма урона. Фу, мне надоело, я заканчиваю. Сейчас как только продам корону, сразу разлагают все. Опа, FPS такой, опа, опа, Америка, Европа. В угол. Мне просто надоело, я хочу... Я уже хочу выйти из игры. Не, поверь, регена не будет, потому что ты не будешь наносить урон. Из-за отсутствия урона у тебя не будет регена. Довольно быстро убили. Я думал, будет дольше. Но это была хорошая игра. По крайней мере, люди поймут, что этим можно дефать. Не забывайте про лайки. А я пошел. Всем пока.